Я купил семена ежевики садовой. Вот так вот они выглядят. Провел быструю стратификацию. Вот в такой емкости, в такой баночке. Взял снег. Перемешал семена с снегом. И поставил их в холодильник на нижнюю полку. Так они у меня стояли 3 суток. Так проводится быстрая стратификация. После этого достал семена, замочил их в растворе стимулятора роста эпин, вот в этой вот крышечке от этой же банки. Семена там простояли 4 часа. После этого провел обеззараживание. Семена поместил в светло-розовый раствор марганцовки. Достал, выложил на полотенце бумажное для подсушивания. Тем временем подготовил грунт и емкость для посева. Емкость для посева взял вот такую баночку. Проделал в дне отверстие, чтобы стекала лишняя влага. Вложил туда дренаж, сверху универсальный грунт в перемешку с диатомитом и перлитом. Обеззаразил грунт, для этого провел пропаривание его. Пропаривание проводил в духовке 30 минут при минимальной мощности. После того, как грунт остыл, уложил его в емкость и пролил. Сейчас буду проводить посев. Провел посев. Грунт немного уплотнил. Посев проводил на глубину где-то 0,5-1 см. Теперь поливаю из пульверизатора вот таким образом. Грунт уже был увлажнен, так что сильно не поливаю. Вот этого будет достаточно. Делаю тепличку. Это будет просто вот такая крышечка от этой же банки. Все. Теперь помещаю в теплое светлое место для прорастания, для появления всходов. Ежедневно необходимо будет проводить проветривание на 10-15 минут. Дожидаемся всходов. Когда появятся 2 настоящих листочка, пикируем в отдельную емкость. И при хорошей погоде, теплой, уже высаживаем на постоянное место.